Greenpeace предрекает Красноярскому краю серьезные лесные пожары в июле. Наш регион страдает от огня сильнее именно в середине лета. По мнению представителей организации, уделить большое внимание профилактической работе нужно уже сейчас. Главная задача – реагировать вовремя на начинающиеся пожары, не скрывать масштаб проблемы и просить помощи у других регионов. По их мнению, условия борьбы с огнем в крае тяжелые. Эксперты отметили, что во время прошедших пожаров режим ЧС ввели слишком поздно, и краю не хватило помощи от федерального центра. Красноярцев, обнаруживших лесной пожар, просят звонить на прямую линию лесной охраны 8 800 194 00.